Дмитрий Хабенский сказал, что вот его уже вот в его зрелом возрасте научили петь. Вот он брал уроки. Молодец. Да, и потому что он, Круз значит... тоже не пел никогда. И вот недавно взял уроки пения и снялся в каком-то мюзикле, я знаю, где он сам поет. Ага, Том Круз, он отказался от дублера. Ага. Вот Круз. Они там отказываются. А у нас масса есть постановок, где дублируют профессиональные певцы, исполнители. Ну, и это всегда видно. Плохо, это видно. Потому что видно же, что голос чужой. Не совпадают, да, конечно. Да. Так а что с этим? Этому же можно научить? Значит, конечно. Надо поставить. Я против того, чтобы считать, что мюзикл – это не наш жанр. Мюзикл – это наш жанр. Просто не российский. Артистов таких не готовили. Вот в чем дело. Когда мы с Феклистовым, Сашей, были в Нью-Йорке давно, много лет назад, и смотрели «Король Лев», Саша, воспитанник художественного театра, который чтит и как вам еще сказать, но я ярый представитель всего русского и никакого, вот чтобы ничто не вмешивалось в эту русскую почву, нашу подлинную традицию художественного воспитания. Он это все проповедовал. В конце концов, мы пришли с ним вдвоем на мюзикл «Король Лев». А это вы знаете, там уже сумасшедший, так сказать, сценическая просто успех этого мюзикла в том, что там поют, танцуют, играют в куклы, чего там только не делают. Да-да. И когда она увидела, что один артист поет, играет характер какой-то, ведет безупречно куклу, сложенную по системе кукловождения, танцует, он открыл рот и сказал, ну какое это имеет значение, на какой сцене, на каком языке он это делает? Ведь не имеет это значения. Имеет значение, что он воспитан так. Кто сказал, что русский артист так не сможет сделать? Ну, вам легко говорить, потому что вы начинали как в кукольных театрах, да, вы, собственно, это начало вашей... И музыкальное воспитание я получил в Гнесинском училище. Да, вот поэтому вам все это близко. Поэтому... Давайте воспитывать всех тоже музыкально в кукольных. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». 20 ноября прошлого года остановилось сердце актера Валерия Гаркалина, поэтому сегодня я решил оставить этот фрагмент здесь, вспомнить об актере замечательном. Мы с командой семейного альбома, такой был проект, приехали к нему домой, у него была его коллега в гостях тоже, и мы побеседовали, говорили и о грустном, и о веселом. Больше, увы, поговорить не сможем. Все вело меня к смертельному исходу. Явно, что кто-то, ну, если так можно выразиться, кто-то методично меня убивал. Вот так, нет, так это вот так тогда. И когда положили на стол, отрывался тромб. И он подошел к основанию сердца, но не вошел в него. Но сердце остановил. То есть он сделал два черных дела. Он не вошел, но и, так сказать, все-таки... Поэтому я пролежал 3 минуты, в каких-то редакциях 2. Но клиническая смерть, да? Они, да, клиническая смерть. И они поставили утюги вот эти... Завели мое сердце, я открыл глаза, и они были потрясены. Они не верили в это. Повезло еще потому, что ДК находился напротив госпиталя моряков, где было изумительное вот это вот кардиологическое отделение. Это везение. Зоя, а вам я желаю большего везения в искусстве, чем мне. И жена с вами была все это время. Мне кажется, она... Она и попросила небеса, что-то там она сотворила с ними. Потому что смерть пришла, но не ко мне, потом выяснилось, что... Говорят, да, что она счет ведет, что если одну жизнь дает, то взамен. Через полгода Катя ушла из жизни. Через полгода ушла... после вот этой истории. Мы успели с ней еще съездить во Францию. Мы были в Париже, в Берлине последний раз. Единственное, о чем я жалею, что она не смогла дожить до рождения внука, которого она очень ждала. Я представляю, что было бы в нашей жизни, если бы она смогла дожить до этих дней. Она
Она бы, мне кажется, забрала бы у Ники мальчика и воспитывала бы как собственного сына. Ну, собственно, как вы забрали дочь у нее. Да, все время воспитывали. А Женя неправильно делала.